В Верхневилюйском Улусе провели проверку готовности к безопасному пропуску паводковых вод и готовность сил и средств к пожароопасному сезону. Члены комиссии осмотрели все организации, которые имеют в своем составе технику. Каждая организация показала готовность сотрудников и оборудование. После докладов сделали обход по объектам, в которых будут эвакуированы пострадавшие. Пункты временного размещения должны соответствовать всем требованиям. Сегодня посмотрели группировку силы средств Верхневилюйского звена специальной подсистемы. Туда входят все организации, которые имеют в своем составе личный состав, технику, которые привлекаются на противопаводку и на тушение лесных пожаров. Предварительно, да, как всегда, Верхневилюйский район всегда славился сплоченностью своей и силы средства. Ну, определенные замечания есть, которые будут устранены, надеюсь, до начала паводкоопасного и пожароопасного.